Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Об отношениях паралимпийской чемпионки Сочи в командном турнире фигуристов Елены Ильиных и артиста балета Сергея Полунина стало известно еще в начале 2019 года. Сергей и Елена познакомились в соцсетях. Постепенно их общение переросло в отношения, а затем и в семью. В 2020 году у пары родился сын Мир, а в 2022 – Дар. Еще несколько лет назад Полунин признавался, что собирается сыграть свадьбу с Еленой. Просто нужно дождаться правильного момента. А полтора года назад он сделал Ильиных предложение руки и сердца. Однако пока доподлинно неизвестно, была ли свадьба. Но по некоторой информации пара зарегистрировала брак, и Елена даже взяла фамилию мужа. А совсем недавно Сергей опубликовал фото беременной супруги. До этих пор артисты тщательно скрывали, что снова готовятся стать родителями. Полунин поделился в соцсетях снимком, на котором обнимает живот беременной жены. «День перед родами», – подписал он кадр. Позже и сама Елена вышла на связь и подтвердила тот факт, что они с мужем стали многодетными родителями. Ильиных трогательно обратилась к мужу, поблагодарив за все, что имеет сейчас. По словам фигуристки, она чувствует себя самой счастливой, потому что у наших детей самый лучший папа на планете, и это настоящее счастье. Но пока звездное семейство не раскрывает пол и имя третьего ребенка, поговаривает, что у супругов родился третий сын. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!